друзья, всем привет! Вы на канале Фабрики Карнавала, и сегодня вы на видеообзоре такого чудесного игрового реквизита, как лабиринт. Как же он выглядит? В комплектацию входит один либо два шарика, также входит непосредственно сам лабиринт. Выглядит он вот так. Фон зеленый, и сам лабиринт с препятствиями красный. Итак, как же в него можно играть? Играть в данный лабиринт можно как одному, используя один мячик, так и вдвоем, используя два мячика, каждому выдается по одному. Ведущий либо аниматор кладет мячики в начальные позиции. Если играет один ребенок, то ребенок управляет нашим лабиринтом и перекатывает мячик, тем самым пытаясь дойти до конечной финальной точки. Если же играет двое участников, то участники держатся вот за такие вот петельки, которые вы можете наблюдать вот здесь. И придерживая, каждый ведет свой мячик к финальной точке. Это очень интересная игра, которая требует усидчивости и огромного внимания. Заказывайте, и до новых встреч на Фабрике Карнавала!